Ребята, всем привет, с вами крошка Настя. Короче, вот тут мне сейчас последняя неделя космического ивента, и там вышел новый питомец-мотылёк. Сегодня я хочу сделать его неоновым. Я уже соединяю этого питомца, и посмотрите, как он красиво светится, обалдеть! Мне кажется, это самый красивый питомец из этого обновления. Я уже накормила его разделькой, давайте поскорее посмотрим на него трейды. Давно мечтала о робуксах? Тогда заходи на сайт robuy.gg. Робуксы на этом сайте вы можете купить по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робуксов стоят 198 рублей. Robuy.gg имеет множество положительных отзывов, а значит, им можно доверять. А еще на Robuy вы сможете получить робуксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робуксы с первой покупки друга. А также прямо сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 300 тысяч робуксов. Не упусти возможность принять участие и выиграть робуксы, выполнив простые условия для участия в нем. Покупай робуксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке. Моментальная отправка робуксов после оплаты. И круглосуточная работа сайта. Все это на robuy.gg. Ссылка на сайт в описании. Кто не знал, в моем телеграм-канале каждый день проходят конкурсы на райд, флайрайд и неон питомцев. А еще я устраиваю там конкурсы на прокачку инвентаря. Попытай свою удачу, может быть, в нем выиграешь именно ты. Буду рада твоей подписке. Первый трейд мне предлагают три легендарочки, всяких ультраредких. Прикольно. Флорет, вот такая ниндзя-обезьяна, неон райд бабочка. Блин, обезьяну убрали и поставили дракона. Но нет, дракон похуже легендарка. Неон, вот такой вот осьминог. Классный питомец, он ультраредкий. Вот столько всяких легендарчик, еще практически неоновая рыба. Конечно, она не прокачанная, ну ладно. В итоге этих рыб решили убрать, но вроде как на второй трейд согласны. Это, конечно, прикольно, но хочется посмотреть еще трейды. Райд Козерог и Райд Зелька. Козерог достаточно неплохая легендарка. Вот такая вот собака из этого обновления, она сейчас неплохо оценивается, но неоночки, конечно, такие себе, это комонки. Флорет свинка. Прикольно, давайте посмотрим, согласятся ли на второй трейд. Я даже согласиться не успела, а мне поставили кенгуру. Ну, понятно, меня троллят. Ну да, конечно. Ко мне зашла подписчица и подарила подарочек, спасибо. Вот такие вот три неон пэта, райд лягушка, ну нет, маловато. Неон райд, вот такой вот питомец, он тоже редкий, но не особо ценный. Флорет альбина обезьяны, серьезно? Блин, ее убрали и ставят, ну прикольно, три флорет леги, давайте посмотрим, согласятся ли. Что-то долго думают и отклонили, понятно. А зачем было мое время тратить? Райд вампир дракон, прикольный олдовский питомец. Интересно, согласятся ли на второй трейд? Что-то долго думают. Ну ладно, я, наверное, отклоню. Мега неоновый флорет зайчик. Тоже прикольный трейд. Давайте посмотрим, согласятся ли. И опять долго думают, что ж такое. Я снова отклонила. Неон райд ред панда. Ну нет, она не очень ценная. Флорет аликорн. Райд вот такая собачка. Блин, аликорна убрали, серьезно. Райд лягушка. И вот этот вот котик тоже снова обновление, это тоже легендарка, и он оценивается примерно так же, как вот та собака, которую мне предлагали. Ага, неон райд легендарка, и меня просят добавить. Но я не буду добавлять, так как я уже договорилась с подписчиком затрейдиться на неон легендарку, и мне там добавлять ничего не нужно будет, соответственно, тот трейд мне выгоднее. Неон лошадка, прикольный питомец, он продается за робуксы. Райд кенгуру, серьезно? Давайте посмотрим. Но мне кажется, меня троллят. Ну, понятно. Флорет кинг пчела. Ну нет, мне уже больше предлагали. А вот и тот самый трейд, ребят, посмотрите. Неон флорет феникс. Это очень прикольная легендарка. Все, мы затрейдились. Ура! У меня как раз не было этой леги в коллекции. Ну что ж, вот такое вот видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.